Добрый день, дорогие друзья! С вами канал «Деньги в интернете» и сегодня я расскажу про 4 полезных сервиса, которые позволяют создать логотипы. Они могут понадобиться тем людям, кто не знает, как создавать логотипы в Photoshop и не может определиться вообще с концепцией и дизайном. Приступим! Ссылки на все 4 сайта я оставлю в описании. Вот первый из них – Logaster. Можете заметить, что здесь русский интерфейс. Чуть ниже видим, какие логотипы здесь создавались и как они выглядят. Чтобы создать свой, нажимаем «Создать логотип». Название. Пусть будет «Деньги в интернете». Выберите вид деятельности – «Бизнес» и нажмем «Далее». Нам будет предложено большое количество логотипов. Можете видеть их. Вот уже замечаю прикольный. Далее переключаем и замечаем еще интересные логотипы. Выбираем логотип, который вам нравится и нажимаем «Далее». Здесь же можем отредактировать лого. Перенести его чуть левее, правее, выше, ниже. Добавить какие-то дополнительные элементы. Всего иконок 1918 в данной тематике. Также можем сделать определенную заливку. Затем выбираем цвет и сохраняем. Теперь авторизуемся через любую удобную социальную сеть и можем скачать наш созданный логотип. Бесплатно будет небольшое изображение. Под такой логотип вы можете вставить в текстовые документы, использовать в качестве аватарки, может быть где-то на сайте, на визитках. Но если нужен большой размер, то придется заплатить. Получается так, что данный сервис условно бесплатный. Переходим к следующему. Здесь придется вводить данные на английском. Напишем YouPartner. В следующее поле вводим ключи для поиска иконок. Напишем «Деньги», после чего жмем на кнопку «Дизайн». Вот также нам предложены различные логотипы. Выбираем, который понравился. Можем его сохранить, отредактировать, ну или приобрести. В зависимости от размера приобретаем определенный логотип. Теперь сайт номер 3. Logos Made Simple. Вводим название своей компании. Напишем YouPartner. И жмем стрелочку. Видим такой простой конструктор логотипов. Можем двигать различные элементы, увеличивать, уменьшать, добавлять какой-то определенный цвет, рамку делать. Можно сделать вот так интересненько. Задать дополнительный текст. И данную надпись тоже можно подвигать, как вам нужно. Вот такой простой красивый логотип мы сделали довольно быстро. Чуть ниже можете посмотреть, как это будет отображаться на визитке, на сайте и на футболке. И чтобы скачать данный логотип, нажимаем соответственно кнопку Save Logo. Бесплатно можно скачать 400 на 400 пикселей в формате PNG, но если больше необходимо, то придется заплатить $10. Скачиваем, и вот так выглядит наш логотип. И последний сервис по созданию логотипов – Hipster Logo Generator. Выбираем какую-нибудь основу, нажимаем Next, изменяем цвет, добавляем определенный текст, выбираем шрифт, Next и добавляем какой-нибудь элемент. И генерируем. В формате PNG можно скачать бесплатно и в формате SVG за $10. Скачиваем и получаем вот такой логотип. Кстати, также можно предлагать услуги по созданию логотипов на основе фриланса. Используйте сервисы Quark, 5 Bucks и другие. Выкладывайте свои портфолио с такими логотипами. И может быть даже за деньги у вас закажут создание подобного логотипа. На этом все. С вами был канал «Деньги в интернете». Если вам понравилось данное видео, обязательно ставьте лайк. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. До новых встреч! Godzilla.